принять мое приглашение. Как же я мог отказаться ему любимому братцу? Тем более, когда он посылает за мной 10, наверное, головорезы. Да уж, вечеринки ты устраивать умеешь. Ни еды, ни развлечений, ни девочек. Прошу меня извинить. Я был настолько взволнован от нашей предстоящей встречи, что забыл приготовить все самое необходимое. Ну, хоть с приглашением на меня облажался. Парни продержались больше 10 секунд. Это ощутимый прогресс по сравнению с тем сбродом, что ты нанимал год назад. Просто отдай мне свой медальон, наконец. Не отдам. У тебя есть свой. Ты ведь прекрасно знаешь, зачем мне нужен он. Насколько я помню, чтобы получить доступ к неведомой силе и с ее помощью завоевать галактику. Я ведь уже предлагал тебе заполучить эту силу вместе и вместе править. Но ты вместо этого отказываешься от безграничной власти и зачем-то встаешь у меня на пути. Увы, но твои методы меня не устраивают. Вместо того, чтобы становиться сильнейшим самостоятельно, ты все время ищешь это. Я не собираюсь отбивать своих принципов. Поэтому сегодня тебе первый раз в жизни придется очень сильно постараться, чтобы осуществиться. В таком случае сегодня мы увидимся в последний раз. Что ж, да будет так. Оставайся дальше, жалко, всегда.